Відволікти підлітка від небезпеки вулиці, негативного впливу оточуючого середовища та залучити до мистецтва – нелегка праця. Адже сьогодні більшість віддає перевагу комп'ютеру, ніж звичайному живому спілкуванню, не говорячи про захоплення. Проте нашій знімальній групі випала можливість подивитись на проведення вільного часу миколаївських підлітків дещо з іншого ракурсу. Все, що я должен. Года три назад родители на день рождения подарили мне гитару, давно мечтал, вот, играл себе, там, пытался что-то делать. Еще через год попросил электрогитару и в магазине увидел визитку Сергея, решил позвонить, так, значит, попробовать. Я пришел на первое занятие, он говорит, да, конечно, потенциал может быть какой-нибудь есть, но нужно с тобой очень работать так. И, в общем, я так попал в эту струю, и спустя примерно месяц или два Сергей сказал мне, нужно тебе собирать уже группу. У меня был знакомый Митя, одноклассник мой, он в музыкальной школе учится. Поэтому я сразу позвал его играть в группу. Сергій Будикін – організатор андеграунд-студії, яка займається залученням підлітків до музики. Він пам'ятає сам, як робив перші кроки в якості музиканта, тому зараз головним для нього є стати для тінейджерів наставником, який допоможе знайти себе в музиці в першу чергу. То, що вони займаються музикою, це вже добре. Тобто вони не сидять часами возле комп'ютера, не грають там, в якісь тупі ігри, вони не п'ють на скамейках пива во дворах. То есть они занимаются музыкой, и это большой плюс им и их родителям, которые им дают возможность этим заниматься. Бывает так, что люди покупают инструмент, а потом через месяц не знают, что с ним делать. Не знают, там, куда идти, где заниматься, с кем заниматься. То есть, ведь коллектив собрать – это очень тяжело на самом деле. Коллективы собираются хорошие годами, пока притрутся там, друг к другу. Да? То есть, поэтому лучше, наверное, сразу для себя все выстроить и начать. Было очень трудно начать играть, потому что все играли по отдельности, занимались просто на курсах, каких-то на занятиях музыкальных. Тут группа другая уже. Ну, играем и репетируем. Здесь, понятно, был концерт в том году, 26 апреля. В этом, точнее, году, 26 апреля. Да, оцениваем себя невысоко. Да. На уровне, можно так сказать. Для 15 лет, мне кажется, вполне таки достойно. Стверджують, що підлітковий вік найважчий, проте нічого складного в розв'язанні цього питання немає. Саме головне на підлітків не давіть. Пусть вони самі повинні сказати, чого вони хочуть. І тоді, в принципі, з ними можна знайти спільний язик. Якщо на них давіть, то вони закриваються і нічого з цього не вийде. То есть они должны просто-напросто сказать, что действительно им нравится, на кого бы они хотели быть похожими. Если вы хотите выделиться, там, стать на ступеньку выше в какой-нибудь иерархии, да, там, ну, да, занимайтесь музыкой, занимайтесь живописью, занимайтесь спортом. Музыка – хорошее дело, почему бы не заняться этим? Все, что я могу сказать. Нужно продолжать искать себя и развиваться. Всячески. Да. Они, как всегда, правы.